День добрый. Завтра, 21 мая и 22 мая, будет акция Фурли минус 20%. Только два дня. Мы сейчас зайдем, еще раз покажем в общем, да, модели, на которые будут, ну там практически все модели будут со скидкой минус 20%. Только некоторые с финальной ценой, с красной ценой. Это уже, ну, максимальная скидка, максимально низкая цена. Все покажем, все расскажем. Пойдемте. Повторюсь. Завтра и послезавтра можно заказать. То есть суббота и воскресенье. Был несколько недель назад большой видеообзор сумок именно из Фурлы. Сейчас только пройдемся по некоторым моделям, которых не было в том видеообзоре. Допустим, вот это новая линейка. То есть такие летние цвета. Давайте вот такой шопер, допустим. Все, снять надо его. Калипсо 139 евро. Сумка 139 евро и минус 20%. То есть все черные ценники, на все черные ценники будет минус 20% скидка. Такие маленькие Белла модель 159 евро. Ну и минус 20%. Плечевой ремешочек. 169 евро. Вообще малютка. Повторюсь, все модели были показаны в предыдущем видеообзоре Фурлы. Там можете еще раз пересмотреть, и все это будет минус 20%. Такая модель, 229 евро. Виктория. Вот это еще. Модельку тоже Витория с такими цветочками. Листья 239 евро. Ну и минус 20% от этой цены. И замочек. Таких тоже не было в предыдущем обзоре. 179 евро и минус 20% от этой цены. Белла из этой же цветовой гаммы 169 евро. Минус 20%. Модель Эра. 129 евро, ну и минус 20% от этой цены. И Атена, если не ошибаюсь, это моделька Атена у нас. Да, Атена 159 евро. И минус 20%. Есть мужские рюкзаки, кстати, очень достойные. Здесь мягкозернистая кожа, здесь гладкая, 285 евро. Я не помню, был в прошлом обзоре эти модели или не были. То есть, ну, большой вместительный рюкзачочек. Естественно, это все натуральная кожа. И также есть в черном цвете. Также в черном цвете. Мягчайшая кожа. Сверху и гладко внизу. 285 евро. И минус 20% от этой цены. Так, вот здесь модели уже с красной ценой, это финальная цена, на них скидки не будет никакой дополнительной. 179 евро, модель Минерва. В большем размере 199 евро. Такой комбинированный цвет тоже 179 евро.
179 евро. В цвете Moonstone тоже 199 евро и 177 евро. То есть, ну, цены... Именно это финальные красные цены. Также на модель Urania, даже в черном цвете, модель Urania. То есть вот этот стенд, все цвета. Все цвета, в принципе, и коричневый, красный, бордовый, серый, оливковый, 159 евро. Так, сейчас черный еще перепроверим. Черный цвет тоже, модель Urania, 159 евро. Бордовый. Белла было показано в предыдущем прямом видеообзоре. Можете посмотреть, да, кому интересно. Общим планом сейчас эти 149 евро. Минус 20%. То есть все цвета. Модель Athena, все расцветки, 159 евро, минус 20% здесь будет, потому что черный ценник. Такая модель 169 евро, такая расцветка. И в такой с текстильной ставкой тоже будет 159 евро. Джинсовка деним. Вот такой точно не было в предыдущем обзоре у нас сумки. Это Белла, средний размер. Один общий отдел. Как обычно, здесь под карточки. Ценник 209 евро. И минус 20% от этой цены. Здесь стенд от 149 евро. Но опять же, такие модели были в прошлом видеообзоре, можете посмотреть. Было тоже 169 евро, стандартная цена, 169 евро, ну и минус 20%. Повторюсь, только завтра и послезавтра. Идем, вот здесь покажем, вот этих моделей. Модель Кассия 147 евро и будет еще минус 20%. То есть плечевой ремешочек, очень хорошая цена. Мягкая зернистая кожа. Вот это модель из бутиковой коллекции. Даже кожа отличается. Вот две модели и кожа очень отличается. Вот даже на ощупь она это намного мягче. Выделка кожи. Цена, ну и цена сразу же, видите, 297 евро. Минус 20% от этой цены. Это бутиковая коллекция, это тоже из этой же серии. Софья, 237 евро, минус 20%. Здесь на магните есть также плечевой ремешочек. Отдельный кармашек. Ну, очень мягкая сумочка. Кожа. Здесь тоже есть отдел. Также в белом цвете. Вполне возможно, что будет подешевле стоить даже. В белом цвете 225 евро. Ну и минус 20%. То, что осталось от Metropolis, 210 евро было, сейчас 149 евро. То есть это красный ценник, это финальная цена. И вот такая сумка, тоже на красной ценнике, видите, 137 евро, аура. То есть это финальная цена, естественно, скидки не будет. Такие тоже многие заказывали, был фотоотчет у нас в ленте Инстаграма. И тоже этот весь стенд, тоже весь стенд с красной ценой. Серый, желтый. Черный цвет 129 евро. Модель Athena. Черный цвет тоже.
Где ценник у нас? Вот здесь. 129 евро. И в большом размере такая же модель 159 евро. То есть 159 евро и 129 евро. Повторюсь, акция 2 дня. Потом, конечно, они могут еще раз ее сделать. Также есть оливковый цвет такой. Серый. Желтого в большом размере нет. Здесь тоже модель уже мы показывали ранее. 159, там целый стенд был. Здесь наверху у нас Дафни. 219 евро минус 20% от этой цены. Это в среднем размере. И скорее всего, что 239 будет в большем размере. 249 евро. 249 евро в большем размере. Ну, от этой цены еще минус 20%. Общим планом покажем этот стенд. 219 евро. Тоже модель Дафни. Если кому-то что-то интересно будет, сделайте, пожалуйста, скриншот и присылайте на WhatsApp. Плюс 34-633-644-944. Всем ответим. Здесь тоже стенд с красным ценником, да. Модель Витория, шоперы такие. 139 евро. Это белый-белый цвет. Это Moonstone, 139 евро. Цвет Moonstone, это их один из самых таких основных цветов. Наравне с черным. Но это в большом размере и в маленьком. А в маленьком, смотрите, ценник черный. То есть он... Так, подождите, это здесь черный. Такое ощущение, что кто-то отодрал ценник. Да, точно, 129 евро. 129 евро в среднем размере и в большом 139 евро. Для понимания размеров. Цвета есть тоже черные, бордовые. Сюда идем. Так, ну этот общий стенд, а 219 евро здесь модели. При входе мы тоже их показывали, в другом цвете только были. В черном тоже, например, 219 евро. Здесь тоже остатки было роскоши. 139 евро. Красный ценник, это уже финальная цена. Так, такие 207, странно, черный ценник. Да, здесь у всех черный, значит, еще будет минус 20%. На эти модели будет минус 20% дополнительно. Дополнительная скидка. Пайпер 149 евро. Ну, это кожа и текстиль комбинированные. 149 евро. Тоже вот новые цвета Беллы, но они стандартные, 169 евро. Да, 169 евро. Просто новый цвет и минус 20%. В черном сейчас посмотрим. Тоже 169 евро. Ну и минус 20% от этой цены. Пока что только на 2 дня акция. Здесь тоже вот все цвета представлены Беллы, модель Белла, в сером цвете, все они 169 евро, кроме, скорее всего, вот этой модели, вот этой расцветки, она подороже, 189 евро и минус 20%. Ну и это тоже будет, тоже дизайнерская такая. Расцветка. Тоже, наверное, 189, да? 189 евро и минус 20%. Кошельки все показывали в предыдущих видеообзорах. То есть 69 от 69 евро, от 59 евро.
То есть, для понимания, 79 евро. Ну и минус 20%. Какие-то есть здесь точно по 59 евро. Опять же, советуем пересмотреть такие 69 евро. 69 евро. Под мелочь. Под купюры здесь. 69 евро и минус 20%. Здесь тоже модели с красной ценой. Атена 139 евро. Текстиль и вставки из кожи здесь. Таких не было в видеообзоре. 139 евро. Кстати, остались все модели. Кара за 139 евро, черный цвет. Кто-то успел за 84 евро или 89 евро не стоили. Но это была ошибка в системе. Они продавались в два раза дешевле, чем должны были. Ну, многие успели. Рюкзак 149 евро. Так, здесь у нас по 139 евро в среднем размере, полностью кожа модель Атена. И в большем размере 159 евро. Для понимания размеров. И вот такая комбинированная 169 евро. Кожа и вставки из замши 169 евро. Здесь стенд по 119 евро. Кстати, 119 евро еще будет минус 20% от этой цены кроссбоди. Есть серый, мунстоун, красный. Серо-голубой цвет у них популярный. То сейчас в этом году 119 черный. Такая будет подороже однозначно, да. 129 евро, ну и минус 20%. Здесь кроссбоди у нас по 85 евро. 85 евро кроссбоди и минус 20%. Один общий отдел, ну, под телефон точно войдет, кошелек войдет. Давайте черный цвет сейчас посмотрим. Странно, а здесь красный ценник 85. Странно. Ну, если кому-то надо, будет уточним. А здесь 85 черный. Ну, скорее всего, что там на эту тоже будет 85 и минус 20%. Должно быть так. Так же, как и на эти модели. На эти цвета. Так, и такая у нас модель. 149 евро. 149, модель София. В черном цвете также 149 евро, минус 20%. Здесь модель из бутиковой коллекции. 255 евро. И минус 20%. Вот на эту модельку. Такие, кажется, были у нас в предыдущем видеообзоре. Таких не было. Такой кроссбоди. 117 евро. Ну и минус 20%. Это все бутиковая коллекция. Можно и как отстегнуть здесь, скорее всего, да, можно. Будет и клатч, и как кроссбоди. То есть легко, кроссбоди тоже может быть. Из этой же коллекции. Здесь, видите, идет фурнитура серебро, 177 евро. Тоже широкий плечевой ремень. Текстильный регулируется легко здесь, вот он. Видите, то есть, в принципе, здесь очень может быть удлинен он. Опять же, это бутик, кожа сразу отличается выделкой. €395 показано, но и минус 20%. Она еще тут так еще открывается. Плечевой ремешок широкий.
кожаный и также закрывается. И в меньшем размере, давайте посмотрим ценник. Борюсь, чтобы открыть ее. 355 евро. Ну, это все бутиковая коллекция. Что-то ценник такой негуманный. Сейчас серый посмотрим еще. Ну вот, я же говорю, неправильный ценник. 213 евро он будет. 213 евро тоже будет и минус 20%. Потому что, видите, там одна цена, должно быть две цены. Оригинальная и аутлета. То есть, значит, и в большом размере будет не 395 евро, а около 245-255 и минус 20%. Да, видите, этот комбинированный тоже 213 евро. Черный и белый цвет. Так, еще вот этот шопер. 141 евро. Ну и минус 20% от этой цены. Общим планом, здесь рюкзаки от 159 евро, ну и минус 20%. Там текстиль. Эти модели показывали Athena уже мы. 159 евро, минус 20%. Текстильные 159 евро тоже. Здесь было, тоже было от 179 евро модели. Это 199 евро. Ну и минус 20% от этой цены. Здесь у нас это тоже бутиковая коллекция. 195 евро. Ну и минус 20%. €237. И минус 20%. Давайте вот это еще посмотрим, модельки. В белом цвете 177 евро. Минус 20%. Ну и в желтом также. Такая же будет цена. Один общий отдел. Здесь. Метрополис мы до этого показывали. В прошлом видеообзоре. 127 евро. Сейчас вот они вот такие, с такой фурнитурой идет, типа пластик. 127 евро, ну и минус 20% от этой цены. В красном цвете, в белом есть. 127 евро, минус 20%. Цепочка идет. Здесь у нас было, ну это нестандартное, 189 евро, средний размер. Опять же, все это было в прошлом видеообзоре, там более подробно было. 189 евро минус 20%, 199 евро минус 20%. 179 евро минус 20%. Здесь тоже. Это средний размер, мы показывали практически все цвета здесь. 169 евро, не минус 20%. Здесь у нас идут кошельки. Что интересного здесь? Давайте посмотрим. 109 евро. Бутиковая коллекция. 109 евро. Мягкая кожа такая, очень мягкая, даже я сказал, очень нежная. Чересчур. 109 евро. 119 евро лили. И минус 20%. То есть все цвета здесь. Так, вот это у нас 137 евро. И минус 20%. Три цвета. Так, и это у нас будет с красным ценником, скорее всего. €99. Фурлоблок.
99 евро. Это красный ценник, финальная цена 119 евро. Есть плечевой ремешок. Узенький такой. Это будет кроссбоди. Минус 20% от черного ценника, не забываем. $135 евро. Минус 20%. В черном цвете также. Такие по 127 евро. Ну и минус 20% от этой цены. Кошельки, повторюсь, 99, 51 евро. Такие тоже кроссбоди, таких не было в том видеообзоре. 139 евро. Модель EOS. 139 и минус 20%. Ну, в принципе, все. Пожалуйста, кому-то, если что-то надо, присылайте скриншоты на WhatsApp. +34 633 644 944. И все модели рекомендую еще посмотреть предыдущий видеообзор из Фурлы. Там он был более подробный. Те же самые модели. И также будет минус 20% скидки. Но только 2 дня. Все, всем спасибо. Ставим лайки и подписываемся на наш канал. Всем спасибо.